В этой жизни надо заниматься тем, от чего действительно кайфуешь, понимаешь. Не останавливайтесь танцевать, драм-н-бейс не умер, все живо. Просто нужно, чтобы вы что-то делали для того, чтобы все было хорошо с нашим танцем. Любите Бога. Творите. Вдохновляйтесь, расширяйте свой кругозор, потому что без расширения этого кругозора мы не сможем приносить новые идеи в это. И самое последнее. Make drum and bass great again.